сказать, что краевой гематологический центр давно необходим, будет мало. Это действительно долгожданное событие для людей со сложными заболеваниями. Онкологических коек в крае все так же остро не хватает. В поликлиниках добавили кабинеты первичного приема, но это проблему не решает. Масштабный ремонт и создание больничного отделения на 50 коек в центре вывело помощь на новое качество. Обновили буквально все, от внешней отделки палат до мебели и оборудования. Просторные коридоры, светлые палаты, оборудование отвечает требованиям времени. Капитальный ремонт увеличил площадь палат и процедурных. В каждой палате теперь находится только по 2 пациента. А самое важное, здесь можно получить высокотехнологичную помощь. На месте проведут иммунофенотипирование, биопсию костного мозга, цитохимию. Площадь отделения гематологии после ремонта и реконструкции увеличилась до 1000 квадратных метров. Это отделение было очень нужно краю, и мы гордимся, что такое отделение появилось на базе именно краевой клинической больницы номер 2, потому что здесь именно зарождалось лет, наверное, 30 назад именно этот вид помощи. Для нас действительно очень приятно, что наши жители смогут получать не только современную, своевременную медицинскую помощь, но и в период получения этой помощи они смогут находиться именно в современных, комфортных условиях. Это немаловажно, потому что именно из этого складывается в том числе и представление пациента о состоянии системы здравоохранения Приморского края. Важно отметить, что все обследования в новом краевом гематологическом центре проводят абсолютно бесплатно. Для удобства сделали отдельный вход для амбулаторных пациентов и повысили доступность медицинской помощи маломобильным гражданам. Здесь предусмотрели все. Также в структуру входит кабинет гематологии и химиотерапии, амбулаторный прием, отбор для плановой госпитализации, как в условиях дневного стационара, так и круглосуточного, отделение плазмафереза. В кабинете гематологии мы также планируем введение регистра пациентов, собрать всех пациентов Приморского края в один регистр, работать с ним для удобства и обеспечения своевременного лекарственного обеспечения и диспансерного наблюдения. Школа планируется, открытие кабинета, то есть уже тоже она входит в эту структуру, где мы будем обучать как пациентов, так и родственников. Новый краевой гематологический центр поднимает доступность медицинской помощи по профилю гематология в Приморье до уровня центральных клиник России. А его создание стало возможным благодаря финансированию по краевой программе развития здравоохранения Приморского края на 2013-2021 годы. Катерина Матвеева, новости на Восьмом.